В воскресенье в двух странах Центральной Америки, в Коста-Рике и Сальвадоре, пройдут президентские и парламентские выборы. И левые силы могут рассчитывать на успех. В Коста-Рике кандидат «Эколог левых» Хосе Мария Вильялта в опросах лишь немного отставал от кандидата правящей партии мэра Сан-Хосе Джонни Араи. В этой стране ни у одного кандидата нет абсолютного большинства, и, возможно, понадобится провести второй тур президентских выборов. Что же касается выборов в Сальвадоре, то в опросах весьма уверенно лидировали правящий фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти и его кандидат Сальвадор Санчес. Тем не менее, кандидат правых из коалиции «Арена» Норман Кихана рассчитывает на возможность проведения второго тура. Кандидатам необходимо получить более 50% голосов в Сальвадоре и 40% в Коста-Рике, чтобы избежать второго тура.